Анна, проснитесь! У нас юбилей! Когда? Сейчас! Настоящая сказка, которая началась с дефиле нового парадного костюма. Официальная часть чередовалась песнями и танцами. Работа сотрудников удостоилась высокой оценки. Заведующая садом Елена Петрухина уже 5 лет в должности. Творческий подход к работе, участие в городских мероприятиях. Детский сад заслуженно держит планку одного из самых престижных дошкольных учреждений города. Мы видим результаты этих детей, уже сегодняшних четвероклассников. Вот та планка, которая была задана уже здесь, та сплоченность, та ответственность, она, конечно, передается. И мы видим эти хорошие, позитивные результаты уже в продолжении в школе. Вечер ностальгии и воспоминаний, старые фотографии и новые эмоции. За 40 лет воспитатели не только выпустили не одно поколение ребят, но и между собой сдружились и сработались. Также почестями осыпали долгожителей сказки, настоящих ветеранов труда. В прошлом заведующая детским садом Татьяна Белова весь вечер принимала благодарности, теплые слова за верность профессии и крепкие объятия. Коллектив у нас остался. Я вот гляжу, кем мы начинали, многие здесь в зале. И спасибо нашим сотрудникам, что они этот красивый детский сад на протяжении 40 лет ухитывали. Золотые сотрудники продолжают признаваться детскому саду номер 30 в любви. Я очень рада, что сад процветает, что даже ковры лежат, за которым я ездила. А молодое поколение сотрудников подхватывает вместе с родителями, которые приводят уже собственных деток к своим прошлым воспитателям. В этом году из сказки в школы города пришли более 40 детей. Ученики начальных классов приготовили дошколят к новому этапу жизни, подарив умные книги. А вот малыши пока что кружатся в осеннем вальсе. И какой же день рождения без подарков, сертификат на установку новых окон и, конечно, праздничный торт. Свечи задули все вместе – воспитатели, родители и дети. И если вот мои бывшие воспитанники ведут своих детей именно ко мне, значит, я не зря выбрала свою профессию, значит, я в профессии воспитатель. С юбилеем! Сказочный детский сад номер 30. Гайнет Авмасян, Илья Облетов. Новости Муром.